Прекрасные, очаровательные, нежные, милые подписчицы нашего канала. Приветствую вас! Это уже наш третий урок по приготовлению домашних средств красоты. Надеюсь, что рецепты, которые я вам предлагаю, вам нравятся и полезны. Буду очень признательна, если вы оставите комментарии под видео. Ну а сегодня будем готовить миндальный скраб для лица. Признаюсь, этот рецепт изобрела не я, а подсмотрела его у новых русских крымчан. Прошлым летом, когда полуостров только присоединился к России, мне очень захотелось там побывать. До этого я ни разу не отдыхала в Крыму. Моя мама скептически отнеслась к этой идее, все время шутила. Да, ты выбрала лучшее время, чтобы увидеть Крым. Друзья тоже отговаривали меня от этой поездки, но я на нее все-таки решилась и не жалею. Благодаря ей я еще раз убедилась в том, что оптимизм сильнее даже Керченской переправы. Но, собственно, сейчас не об этом. В Ялте я нашла чудесный магазинчик домашней косметики, где как раз и купила миндальный скраб для лица. Потом я уже начала делать его дома. Скраб очень простой, и для его приготовления понадобится всего три компонента – лимон, миндаль и мед. Начнем с миндаля. Миндаль нужно измельчить либо в миксере, либо в кофемолке. Сразу хочу вас предупредить, что у вас получится не совсем мука в привычном смысле этого слова, а такая вот комковатая масса. Так получается, потому что миндаль, как и все орехи, содержит масла, и они как раз вот эту вот влажность, комковатость и дают. Для приготовления скраба понадобится чайная ложка миндальной муки. Теперь лимон. Понадобится половина чайной ложки лимонного сока. И еще понадобится чайная ложка меда. Мед используем жидкий. Если у вас жидкого меда нет, то тогда просто растопите его в микроволновке или на водяной бане. Итак, готовим наш миндальный скраб. Ложка миндаля, ложка меда. Все это смешаем. А теперь выжмем немножко лимонного сока. Хорошенько размешаем наш скраб. Вот такая масса должна у нас получиться. Прежде чем рассказать вам, как правильно наносить этот скраб, несколько слов об ингредиентах. Лимон известен своими отбеливающими свойствами, это незаменимый компонент в уходе за жирной кожей. Миндаль. Миндаль – это кладезь витаминов, протеинов, жирных кислот и других важных нутриентов. А вместе они дают потрясающий эффект, особенно рекомендую этот скраб обладательницам жирной проблемной кожи. Он прекрасно очищает от черных точек, улучшает цвет лица, уходит сухость, шелушение, и этот эффект вы заметите буквально после первого же применения. Поэтому для всех, кто испытывает какие-либо проблемы с кожей, я его рекомендую в обязательном порядке. Используйте хотя бы один раз в неделю, и буквально через месяц вы заметите улучшение. Благодаря тому, что миндаль обладает такими чудесными свойствами, компания Green Planet выбрала его в качестве основного компонента для калифорнийского мусса для загара. Это не первое средство в линейке Green Planet для загара, с которым я познакомилась. Их несколько: греческий мусс для загара, таитянский и балийский. У всех разный SPF, у этого конкретно 20-ка, поэтому его можно использовать в принципе уже с первых дней пребывания на солнце. И хочу рассказать, в чем его главная фишка. Это биостимулятор загара. Он есть абсолютно во всех средствах в этой линейке. Этот биостимулятор, в принципе, все понятно по названию, он способствует тому, чтобы кожа сама вырабатывала меланин. И за счет этого загар ложится быстрее и ровнее. Еще хочу сказать отдельно о запахе. Запах очень приятный, нежный, ненавязчивый. И еще после использования этого мусса нет ощущения липкой пленки на коже, как это обычно бывает. Перед употреблением хорошенько его встряхните, потому что это все-таки мусс. Такая приятная белая масса. Очень-очень вкусно пахнет миндалем.
И вот так прекрасно просто ложится, впитывается очень быстро, не пачкает одежду. Хочу, кстати, отметить, что этот мусс прекрасно подходит для использования в солярии. Тоже загар ложится намного ровнее, поэтому всем любительницам искусственного солнца его тоже рекомендую. Хочу поблагодарить всех тех, кто участвует в нашем конкурсе. Напомню, что в прошлом выпуске мы объявили конкурс на лучший домашний рецепт красоты. Итоги пока не подведены, поэтому у вас есть все шансы выиграть чудесные призы. А также хочу объявить о новом конкурсе. Присылайте свои любимые рецепты, оставляйте их в комментариях под этим видео на нашем канале, но немного мы решили изменить условия. Теперь победителя буду выбирать не я, а вы. Рецепт, который наберет больше всего отметок «мне нравится» и получит главный приз. Это набор из 5 средств по уходу за собой от компании Green Planet. Причем у вас будет возможность самостоятельно выбрать те средства, которые вы бы хотели получить. Итоги конкурса будут подведены также через 30 дней, поэтому не упустите свой шанс победить, активно привлекайте своих друзей, просите их проголосовать за ваш рецепт на нашем канале, и всем удачи! Я с вами прощаюсь, большое спасибо, что вы с нами, спасибо, что смотрите, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, и до новых встреч, пока!